Всем привет, с вами Олдгеймер. В новом лагере у Сатроса в гостях. Да, нам поручили какую-то хрень. Раздобыть? Что нам нужно раздобыть, блин? Сейчас посмотрим. А, поиск юниторов, понятно. Так, Риордан там приготовил несколько зелий. Понятно, все, пойду возьму. Риордан? Это не ты тут химичишь? Нет, это не Фариус. Вот он, Риордан, так. Риордан. Меня прислал. Меня прислал Сатурас. Да. Заходи. Мне уже доложили о тебе. Вот возьми эти эликсиры. Здесь все, что тебе может пригодиться. Теперь можешь идти. Эти камни — наша последняя надежда, отыщи их. Ну да, да, а если б я не пришел, вы бы были так и все, нахер, тут и загнулись бы. Мать вашу. Ну он на пузыри надавал, блин. Что-то, блин, все как-то херово тут, блин, видно. Больше не хочу слушать эту болтовню. Раньше все было намного лучше. Так, это что у меня тут? Какой-то ржавый меч, где тут пузырьки. О, эссенция ловкости, бонус ловкости, отлично. Лучше бы, конечно, дал бы... О, эссенция силы. Бонус к силе, это 3, это хорошо. Ну-ка. Так. О, отлично. Замечательно. Так, ловкость тоже сожрем. И ловкость плюс 3. Так ты говоришь, почему нельзя держать язык за зубами? Молодец, Риордан. О, у меня теперь сила уже 99. Я вообще, блин, почти монстр, почти тролль. Сейчас пойдем как раз разберемся тут со всеми. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг о, надо еще. Слишком. Не самое лучшее решение. Надо еще с волком торгануть. Все время одно и то же. А что у меня там еще очков не хватает, чтобы научиться? Я не имею отношения к этому. Надо выждать время. Да-да-да, выжидайте тут все. Я не хотел бы ввязываться. Все нужно время думать, прежде чем что-нибудь говорить. Молчара! Больше не случится. Где ты? Ясно, что, эти... Уж лучше я посмотрю, что, чувак? Все колотишь? Если б я был в лагере, то ты бы уже тут ни хера не колотил бы. Так, волк где-то там. А, блин, я ж отсюда и пришел-то. Твою наверное, мать. Ты прав. Нельзя верить всему, что слышишь. Больше не хочу слушать эту болтовню. Раньше все было. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Глупость. Волк где-то здесь. Вон он сидит. Точно, волк. Так. Уже тогда было ясно, что этим делом... Обмен. А ты берешь в оплату что-нибудь еще? Я покупаю меха и шкуры у охотников. Давай, давай. Если у тебя найдется что-то подобное, с удовольствием куплю. Что-то не то, это история. Так, деньги у тебя есть, и это хорошо. Что у тебя еще есть? Между нами, другим не нужно рассказывать. Так, это кольцо. Нельзя верить всему, что силы, все ерунда. Так, давай-ка мы тебе ржавый меч продадим. Что еще можем продать? Так, кольца не продаем, жрачку не продаем, напитки не продаем. Мы ничего не продаем. Нужно думать. А у нас ничего нету. Косяки, блин. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Зов мечты. Да, в принципе, косяки-то тоже можно продать. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. О, за на 165 кусков руды. Рублей ихних. Готических. Самое лучшее решение. 60, так. 65 есть. 165, все так. Но покупаем, знаю, берем. Что-нибудь говорить. Больше не хочу слушать эту болтовню. Пока меня не впутали. Так, надо пойти переночевать и с утра надо идти. Спешка не так, а надо карту уж посмотреть, подожди. Я, в принципе, и так помню-то. Ну, чужие проблемы, не мое дело. Карта Сатураса. Так, я сейчас там. Ага. Не хотел бы я, что вон туда, в левый. В левое плечо пойдем. Нельзя верить всему, что... Ну, если мы смотрим.
звезды, да. Нельзя верить всему, что слышишь. Давай лучше сменить. Больше не хочу слушать эту болтовню. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Даже продать-то нечего, уже все продал. Это не слишком интересно. Ночь на дворе. Ладно, ничего, сейчас поспим там где-нибудь. И почему нельзя держать язык за зубами? Так, крестеть там еще места-то не заняли? А то придется того мужика с молотком прогнать, чтоб у меня тут хатка была. Я ж тут базируюсь, как бы. Да я вообще как приблуда там, на болотном лагере. У меня только в этом есть эта хатка пустая. В старом лагере. А, сидите, крестьяне. Ну давайте, сидите дальше. Надо сохраниться, а то, блин, бывает, зависает. Баньки. Спать до утра. О, хорошо, встаем. О, крестьяне уже на полях. Тут бездельники остались. Так. А, надо же сохраниться, новый день. Новый день начинается. Наш безымянный в путь отправляется. О, понеслась душа в рай. Поэт. Ярвис. Ярвис тебе вдышло. Ха-ха-ха! Погода как-то не очень сегодня. Пасмурно. И так только каблуками топ-топ-топ. Ну, теперь все. Зато теперь мои видео не будут нарушать никакие авторские права. Может быть. А то там, где Инэкстрема, там все, блин, нихера. Вы нарушили, блин, вы все. Полиция США вас разыскивает за преступление против... Хотя, так сказать, США не имеют отношения никакого к Инэкстрема. Ну, неважно, они любят всех ловить и сажать в свои тюрьмы. Рабовладельцы, что с них возьмешь-то? Привычка осталась. Издеваться над людьми. Что тут? Я тут всех перебил, что ли? Вообще тишина в лесу. Как у нас в Подмосковье. Никого, блин. Даже грибов нет. Точно. Ну ладно. На нет и сюда нет. Всех монстров завалил. Какой я здоровенный. Сейчас тебе будет монстры. Там есть где разговеться. Сейчас прием. О, дай хоть мух набью, блин. Ж вообще иду ни хера, блин, не делаю. Нельзя же так. На! Мушина. Ты висишь. А, ты застряла, блин. Ну и хер с тобой. Я на тебя... Тут грибы есть. У них бывает такое.
Зависти день, уйди, все. Ну пусть дальше висит, она нам нахер не нужна. Эк. Темный лес. Лес Винни-Пуха. Кто ходит по лесу с утра, тот поступает мудро. То там его сожрут, то здесь. На то оно и утро. Завтракать-то все хотят. Если завтрак в постель, спит там волчара какой-нибудь или другой зверюга. А тут это только зевнуло. О! Так, сохраняем атас. Так, эй, о! Я уж думал, ты погиб. Недавно да. Я тоже так думал. С момента нашей последней встречи много чего случилось. Я слышал, ты не последнюю роль сыграл на церемонии призыва у сектантов. Да. Ты так много знаешь? Даже больше, чем ты думаешь. Теперь ты ищешь Юнитор? Да. Один из этих камней находится где-то здесь. Я знаю, где лежит один такой камень. Но тут есть проблема. Понятно. Что ты за это хочешь? А ты неплохо выучился. Но сейчас дело не в этом. Не в этом? Так что же это за проблема? Проблема тонны на три весом. Пойдем. Увидишь, сам поймешь. Ладно. Всех перебили. По левую сторону ущелья вход в пещеру, где хранится Юнитор. Понятно. Сначала нам придется избавиться от той огромной твари. Чтобы справиться с троллем, нужно найти его слабое место. Или придумать что-нибудь еще. Я отвлеку его. Ну давай, ты отвлекай, а мы пока будем это слабое место искать. 01. Вот здесь. Зелье. Ранный дневник, свиток, каменный корень, так, странный дневник, а, сегодня у меня точно все получится, я это помогаю, да, и убью тролля, понятно, я знаю, о чем речь. Так, где тут у нас? Превращение. Телекинез, блин, где тут? Ледяная глыба, огненный шторм. Так, телепортация, огненный шар. Огненный шторм, лечение, ледяная глыба, свет. Ужас врагов, сон, телекинез. Телепортация к магам воды, превращение мясного жука. А где же этот-то, блин? Что-то я, блин, это... Не врубаюсь. Огненный шар, огненная стрела, огненный шторм, лечение, ледяная глыба, свет, ужас врагов. Сон, телекинез. Что-то я, наверное, не так сделал. Ладно, попробуем. Попробуем так, как обычно. Пока по жопе ему бью. Пока по жопе ему бью.
блин. Жопа, блин. Собака такая здоровая. Просто фантастика. Да не говори. Да, ты вовремя среагировал. Точно. Что ж, идем за юнитором. Я побуду здесь. Присмотрю, чтобы не было всяких неприятных сюрпризов. Конечно, конечно, Диего. Тролль. Шкура тролля, блин. Да, здорово, блин. Бухай, блин. Там должно было быть заклинание сморщивания монстра или как-то так, блин. Я взял же ж вроде, а то нихера там не было. Глюки эти, блин, ну ладно. Не справился бы, перезагрузился бы. О, надо Серафис взять. Вот и каменные корни тоже нужны. Диего, ты уже тут всех собрал, да? Гоблинов этих всех. Захерача, надо сначала открыть, тут же по... Похоже, заклинило. Да. Дай-ка мне взглянуть, может быть, удастся что-то сделать? Давай. Вот, да. Теперь должно заработать. Да. Молодец, Диего. Пойду. О! Ха! О, нихера себе, блин! Я забыл сохраниться, блин. Как-то я, блин... Тут гоблины-то не такие плохи, как это, как там. А я думал, блин... Сейчас я их тут всех соберу. Херов как дров, блин. Не все так просто. Кстати, не появилось там у меня... Так. Но... И нет у меня тут ни хера никакого монстра, блин. Огненный шар, огненный... Лечение, ледяная глыба... Свет, ужас врагов. Сон, телекинез. Да, что-то тут, блин, пошло не так. Понятно. С этими надо поосторожнее, блин, козлами. У них дубины-то побольше, чем тех
Соответственно, они лупят сильнее. Ну, у меня броня, конечно, тоже круче стала. Но это ничего не значит. Просто фантастика. Да, ты вовремя среагировал. Что ж, идем за юнитором. Я побуду здесь. Присмотрю, чтобы не было всяких неприятных сюрпризов. Точно. Ребята, похоже, заклинило. Дай ко мне взглянуть, может быть, удастся что-то сделать. Вот, теперь должно заработать. Вот теперь сохранимся. А, блядь! О, сука! Надо поаккуратней. О, зараза, блин. О, суки мелкие, блин. С ними сложно, блин. Они бегают, в них хер попадешь, блядь. И сохранимся. Гондоны. Где там мое мясо? Так, тяжелая булава, тяжелая булава. Но денег это много приносит. Булава она дорого стоит. Так что, в принципе, тут главное продать кому. Вон, это еще не все, сейчас там будут еще тварюги. Так, вон туда нам надо. Жопы такие, с ручками. Сука! Надо выходить туда, где Ера, он, блин, их с лука постреляет. Блядь, где Ера, давай! На хвосте у меня там сидят! Стреляй, твою мать! Я пока, блин, это... Всё, всех завалил. Молодец. А то меня, блин, по ним хер попадешь. В этом ничего у них нету.
взять-то нечего, хоть бы три пера каких-нибудь, блин. Ладно, мать уйти. Нету так нету. Почему лук, в принципе... Иди за юнитором, а я подожду здесь. Ага. Я за ним и иду, как ты тут перепрыгиваешь туды-сюды. Я и говорю, что лук лучше в этом плане, так сказать. Потому что всякие вот такие твари, которые летающие, их хорошо сбивать. Ну или магией. Ага, вот оно. Ну, правда, из лука тролля не завалишь вообще никак. Вон, шкура дубовая, стрелы ему вообще, блин. Ого. Да. Нашел юнитор? Да. Отлично, ладно. Мне пора возвращаться в старый лагерь. Давай, давай. Желаю удачи. Смотри, будь осторожен. Еще увидимся. Конечно. До встречи. А, так, погоди-ка. О, у меня есть 30 очков. Но это у меня мало все равно. Но я только на один уровень, и все равно нету еще ни одного нормального меча. Надо зайти в старый лагерь. О, погоди, там же, небось, какие-нибудь разбойники сидят. Точно. У разбойников можно что-нибудь набрать. Ну-ка. Поздно раскаиваться, сейчас я тебя убью. Блин, как-то их убивать. О. О, все. Зажимаешь левую клавишу, правую клавишу. Но тех просто... Их не надо было убивать, потому... Дай мясо, доем. Тут много разбойников. Надо их... О, блин. Фига себе. Я думаю, кто меня там херачит? Вот так вот, блядь, сука, козёл. Вот мудак, а. Давай всё сюда, блин, своё добро нахер. Хорошо, он меня не сбил. Так очень сложно залазить туда. Те тоже с луками опасные будут твари.
Ничего, как-нибудь мы их сейчас выманим, блин, и перебьем нахер. Они не идут за мной? Нихера, ладно. Вы так, да? А мы вот так. Ого, их тут, блин, банда. Нихера себе, блин. У меня тут никакого шанса нет, блин. Да! Да, это тут хер, блин. Так. О, драка! О, блядь, попа. Ладно. Не хотите так, блин? Адский гриб, хер, думал, нам адский гриб, блин. Давай окорочок съедим. Шансов мало. Не. Ни хера, они, блин, убивают с двух ударов, блядь. Их только выманив. Ну, попробуем так. Блять. Зараза, блин. Очень неудобно тут с едой, конечно, да. Горячей клавиши нет, блин, пока тут.
Так, двоих завалил, блин, это уже хорошо. Правда, блин, напитков много, блин, придется потратить. Ну и что? Так. Зараза такой. Только гляди, блин. Квентина какого-то прибил, блин. Уходим от луков. Вот так вот. Ну а теперь, ребята, повоюем, блин. Рабочий, блин. Готов. В принципе, добивание, если на лежачем уже опять инициировал удар, то ему и конец, блин. Давай сюда, блин, всю свою жрачку, блин. И свои деньги. Защита от огня. Так. Погнали. Блять.
Куда делся, блин? Хер его знает, куда он делся. Надо выпить. Ману поправить. И достать тех. Вот так вот. Не идет, что ли? Сука такой. С разбойниками тут. Сука. Ладно, как-то надо, блин, оттуда. Блин, всех их надо перебить, блин. Теперь уже дело чести. Дело не дело чести, а скорее дело упрямства. Квентин. Что у него тут хорошего есть? Нихера у него тут нет. Блин, нихера. Блять, зараза, сколько попало по мне. Уходим. Ну, по крайней мере, еще одного прирезали. Какие луки сильные. Ну, у меня защита просто от луков слабая. Не они сильные. Так, где мое мясо? Главное их выманить сюда поближе. На ближний бой. Ну или разъединить хотя бы. Там на площади они, блин, меня... Сейчас стреляют же так, зараза, метко. А, у меня ж кончился этот огненный шар.
Так, надо там забором воспользоваться все-таки. Тут далеко бежать. А, поздно. А, блядь. Ты даже не успеешь пожалеть об этом как следует. Вот так вот. Так, этот бегает. Пещера тут, блядь. Добро мы с ваше потом снимем. Где ты тут, блядь? Куда свалил? Ублюдок, блядь. Ладно, зато я их всех перебил, блядь. Не знаю, что это значит. Просто перебил бандюков. Вот так вот. Грабителей и прочих мутных элементов. Вот так вот. Отлично. Замечательно. Ну, с ними было нелегко. Ну, они так херачат, блин. Один сбежал. Тут просто тупая пещера, да, и все. Такой от дождя гротик. Грот грабителя.
Все. Вот так вот. Где ты тут, блин, бегаешь? Хер ты уйдешь, блин. Стоять! Блять, вот ты жопа, блин, с ручками. Ты что, спрыгнул, блин? Вот идиот, блин. И убился. Ну что ж делать, все. Трусить надо было раньше. Когда ты в бандюки подался, блин. Воробители. Во. Дело уже, наверное, к ночи. Как раз пойдем. Пойдем торганем там в нашем замке. А с утра пойдем за другим монитором. Монитор, юнитор, какая хер разница? Дети Тора. Юный Тор. Монотор. Монолиза — это монотор. Замок. Ты хочешь сказать? Не глупость неизлечима. Давай поговорим. О, Диего, ты уже здесь? О, я же собирал же тут же сундуки расхерачить. И почему нельзя ввязываться? Ночью. Мне казалось, что это проблема дал. Наверное, это проблема. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Возможно, ты должна думать. Прежде чем раньше все было нормально. О, мясо нажарили, теперь пойдем что-нибудь продадим. Мне казалось, у них тут денег же мало. Там только у волка деньги остались. Ну, у кого остались, то остались. Может, тут что-нибудь у кого-нибудь да будет. Чужие проблемы, не мое. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили. Иск. Покажи, что у тебя есть. Но. Наверное, глупость неизлечима. Я давно это знал. Денег у тебя вообще ноль. И почему нельзя держать язык за зубами? Здесь никому нельзя доверять. Отношения. Вокруг слишком много. Ладно, Фиск, отдыхай, блин. Денег. В смысле, товар отдыхай. Где этот, блин? Вон он. Бездельник. Декстер.
Покажи мне твои товары. А, Декстер, у меня все Декстер. Самое лучшее. Во второй части, самое лучшее. У тебя все 5 рублей, блин, на лучших. Ну, не знаю, зелье, что ли, взять. Девать-то некуда. Компенсируем хоть. Что ты там брынькаешь? Ладно, чуть денежек добавлю. 25. О! Надо купить. Пусть будет хоть так. Хоть что-нибудь, блин. Хоть шерсть и клок. Ладно. Сейчас поспим до полуночи. И совершим на пасашок ограбление, блин, тут. Ну, если там есть что украсть. Может, в сундуке опять кузнеца того что-нибудь появилось, и к тому сходить, к кузнецу, козлам тем, которые в замке там торгуют. Их тоже там, может быть, что-нибудь сопрем. Может быть, это правда. И тоже. Наверное, это правда. Надо выждать время. О! О, Снеф, ну-ка давай жрачку. Я, правда, ее не ем, но неважно, вдруг пригодится. Ты говорил, что я могу взять столько порций, сколько захочу. Да, так и есть. Вот, возьми 3 порции. Молодец. Так ты говоришь... А ты говоришь... Пошел, говоришь... Иди, говоришь, нахер. Так. Ладно, сохраним. 0-1. Подожди, не стоит принимать поспешные решения. Спать до... Ой, блядь. Нахера мне до утра, блин. Ладно, сейчас... Вот почему надо сохраняться. То не ту кнопку нажмешь, то зависнешь. О! Ну, я хорошо выспался. Пойдем. Сохранить АТАС. Этот уже пустой. Ладно. Пустой, значит пустой. Дважды с одного сундука не упрешь. Да, ладно. Я думал, в каждой главе будет туда накладывать кучу железа, а мы его будем таскать. Что надо факел зажечь, блин. Ни хера не видать. Вместе. Ма, ты как-то, блин, мне нахер не нужен. Смотри, Торуса-то нет.
Мат, если ты меня сдашь, я тебе, блять, убью нахер. Да, дурное дело нехитрое. Так. Сохранить игру. Да, тут будет сложно, они никуда не ушли. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Это же не мое дело. Не самое лучшее решение. Здесь нельзя говорить, что попало. Наверное, ты прав. Я не буду вмешиваться. Лево. Право. Как ты говоришь? Блин. Лево. Право. Лево. Право. Блин. Лево. Право. Лево. Право. Право. Лево. Возможно... Почему нельзя держать язык за зубами? Раньше все было гораздо лучше. Два. Лево. Право. Лево. Нет. Лево. Право. Блин. Лево. Право. Лево. Лево. Блин. Лево. Право, лево, 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 право. В этом деле главное выждать время, а потом видно будет. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Ни хера тут хорошего нет. Ну, кое-что взял, блин. Чужие проблемы, не мои. Выждать время. Меча хорошего нету. Нужно думать. В этом деле главное выждать время, а потом видно будет. А ржавый двуручный меч? Откуда они взялись-то у меня? Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Ого! 61. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Короткие мечи. Да, дурное дело не хитрое. Что слышишь? Ну, ржавый двуручный меч, это уже что-то. Со мной такого не случится. Самое лучшее решение. Как можно не понимать этого? Такое со мной больше не случится. Стальные заготовки, сырая сталь, три штуки, все. Чужие проблемы, не мои. Ну пусть будет. Ладно, поспим до утра, а с утра пойдем. Ну да, видишь, даже ржавый двуручный меч он там прилично мощнее моего. Даже хорошего. Что-то по тьмах, блин, иду, сейчас навернусь куда-нибудь. Вот, все, мы тут совершили ночной набег. Не зазря зашли. Все, друзья, прощаемся до следующей серии. С утречка встречаемся на этой же вот лужайке перед домом. Все, пока-пока.